Насколько закономерен результат матча? Ну, во-первых, прекрасно представляли, что «Факел» команда уже не та, которая была в первом круге, даже по той динамике набора очков, которые они именно в весенней части набирают. Понимали, что матч будет и серьезный. И я думаю, что все-таки, наверное, ничья был закономерный итог, потому что и у «Факела» были моменты, и у нас были моменты. Было бы, наверное, какой-то из команд обидно проиграть в такой игре, в такой упорной, бескомпромиссной. В принципе, то, что мы хотели играть организованно в обороне, у нас получалось. Получалось выбегать в контратаке где-то. То есть, если брать совокупность игры, то, наверное, все-таки, наверное, результат закономерный ничья. На ваш взгляд со стороны, в чем спрогрессировала воронежская команда? Ну, молодая команда, в принципе, ребята тренируются каждый день, ребята играют, набираются опыта. Естественно, что команда, тем более есть команда, которая играет в ФНЛ, есть к чему стремиться, то есть мотивации, мне кажется, полно. И, естественно, тренировочный процесс, плюс игры со взрослыми командами, с тем же Липецком, тем же Белгородом, да, с любой командой, с нашей группой, они, естественно, дают повод для прогресса. Так что все закономерно, я хочу сказать, что команда очень такая неплохая, веселая.